Учитесь учиться. Некто Хевен Лук, 53, значит, знатно огноедом мракобесом Аллаха бомбануло. Это я как раз учитесь учиться. Ну, во-первых, сам слог говорит о том, что кто из нас мракобес. Так, занимаюсь ли я чем-то? Гена рассмешил, Дима, лав. Опыт 10-летний, машинный зачет. Еще один 10-летний, душевненько зачет. А вот другое дело, вот как раз, и сейчас я перестану это действительно делать. Анима, Аминка, 3 дня назад. Уважаемый Петрович, вы столько времени и энергии тратите на придурков, тогда как вы нужны тысячам и тысячам нормальных людей, для которых ваши советы бесценны. Спасибо. Сугубо лично. Опять-таки, все невозможно здесь рассказать, выложить. Все это как-то прочитать надо, потом будем говорить, внятно рассказать. А еще лучше и добавить какой-то там ответ. Все, вернее, на многие вопросы вы найдете ответ на моем сайте Malakhov Pro. 1000 статей. Газета. Заходите, читайте. Моя библиотека выложена. Все это бесплатно. Читайте и вот рассуждайте, как кто-то мракобес, не мракобес, говноед, там, мочепит или еще кто-то там. Так, целебная кулинария, лучше бега, ничего нет. Спасибо. Про простатит. С простатитами нужно тянуть, если обнаружили, сразу лечить, иначе можно получить аденому, импотенцию, бесплодие и так далее. Сам был простатитом времени. Вовремя нашел хорошее средство, мощное средство простатита. Вот, пожалуйста, тут ссылка. Можно посмотреть, какое средство Марк Дзен нашел. Ай, Петрович, можно во время сухого голодания обогревать печень горелкой? Можно. Так, Тим Мэй, вы золотой человек. Я часто смотрел ваши передачи на первом. Я думаю, что вы были лекарем или целителем в прошлой жизни. Скажите, а про систему Рейки вы что думаете? Спасибо заранее. Ну что, сама по себе система нормальная, только слишком, как бы сказать, слишком... Не надо ставить слишком глобальные какие-то проблемы, типа там работать с планетой и так далее и тому подобное. Работайте с собой. Она будет давать какие-то положительные результаты. А когда человек начинает сразу, я тут работаю на планетарном уровне, еще-то на каком-то уровне, вот тут-то и могут быть. Так, как лечить простатит? Сергей Бухтаяров. Отсылаю к сайту. Так, Малахов. А, Дима Лав. Гена, обоснуй, что это такое. Малахов Плюс на канале здоровья. А что тут обосновывать? Я там ясно сказал. Канал здоровья. Это, по-моему, он входит в холдинг первого канала. Стал крутить передачи Малахов Плюс. И говорят, их крутят что-то там и утром, и в обед, и даже вечером. Поэтому вы можете повторы этих передач, если желаете, посмотреть. Малахов на канале, значит, на канале Света Манукян. Спасибо, ваш совет уникальный. Так. Опять-таки, к видео Малахов Плюс на канале Здоровье. Так. Нитфо Нивас. Один день изменил. Доброго. Я с недавнего времени подписалась на ваш канал. Очень интересное видео про голод, кухню, Lexus. Но есть один вопрос. Я не ем мясо, но ем рыбу, молоко и яйца. Скажите, пожалуйста, почему у меня снизился иммунитет?
часто стала болеть. Я посмотрел ваше видео на эту тему. Там вы раскрываете, почему так происходит. Энергия ветра не согревает и так далее. Но мне ничего сказали, что теперь делать. Как не есть мясо и не болеть? Ага, вон она к чему. А вот смотрите, иммунитет. Иммунитет это значит... Здесь, если перевозбуждается от сырой пищи, а это, как правило, растительная пища сырая, в холодное время года перевозбуждается жизненный принцип ветра, человек начинает мерзнуть, у него понижаются теплотворные способности, которые отвечают и за иммунитет, и за переваривание, и за массу других вещей. Надо просто-напросто эти овощи тушить. И в теплом виде есть. То есть все ешьте в теплом виде. Добавляйте специи. И отсылаю вас опять-таки на свой сайт. Там индивидуальная конституция 4 группы крови, где как раз рассказывается про особенность индивидуальной конституции каждого человека, как ее определить и как с ней работать. Так, голод. Опять Терентию Смирнову не дает. Дни назад. Вы вообще русский православный человек или турок, или семья у вас была индийская. Что вы не по-русски сидите? Не по-русски сидите. Так вот смотрите. Оказывается, если вы сидите в позе лотоса или полулотоса, у вас не пережимается, как при сидении на стуле, венозные эти сосуды, когда идет отток крови, и плюс лимфа. То есть это поза более физиологичная, нежели сидение на стуле. Вот тебе и турка. Изобретение стула уже повлияло. Терентию Смирнову не дает вот это вот, это, не дает все это, как бы сказать, удовлетворение. Вадим Казаченко, вас очень плохо слышно, как большой пространстве говорите, постоянно приходится влиять колонки, сделать звук, как у других блогеров. Неужели так трудно? Не знаю. Я вот пишу, вот она камера, я тут говорю без микрофона. Так, Никита Квас, ЗОЖ без заморочек, где Lexus 570, но не попал в кадр. Так, опять Need for Knives. Вы сказали, что произошла разбалансировка, но не сказали, как теперь жить дальше, чтобы не есть мясо и при этом не болеть. Замена молочным продуктом не помогает. Высеет кровь, холестерин зашкаливает до 9,2. Подскажите, пожалуйста, как не есть мясо, но не болеть. И как и так, чтобы холестерин не повышался и не густила кровь. Я не знаю, что там у вас, какой у вас возраст. Что там такое произошло, почему там этот холестерин, если вы замена молочными продуктами помогает, густеет кровь. Но пейте больше жидкости, пейте талую воду. Как эту талую воду делать, я говорю, пейте свежевыжатые соки. Что там с вами произошло, не ясно и понятно из основного такого рассказа. Просто для себя я знаю, что когда человек больше ест салатов, тушеных овощей вот в холодное время года, половина пищи его будет вот такая вот, то кровь тем самым начнет разжижаться. Плюс, естественно, надо пить на напитки, хотя бы простую воду, пить такие напитки, которые содержат, настои трав, полевого хвоща, спарыша, которые делают воду мягкую. Попейте вот такие напитки, которые делают нашу воду мягкую. И уже вот этот и холестерин и прочее, чтобы кровь не густела.
Значит, разберитесь с питьевым режимом. Трудно мне сказать, что не видя человека, просто так. Так, как бы Петрович, как жить правильно с удаленным желчным пузырем? Там придется есть через каждое примерно на 2 часа маленькими приемами пищи. Да, живут и живут. Ну, более правильно будет где-то так, потому что постоянно идет желчеотделение. Далее, голод сродни. Подскажите название комплекса САН в данном видео. Комплекса САН нет, я их просто сам делал, для себя подобрал. Такой последовательности делал. ЗОЖ без заморочек, Наталья Поздняк. И даже пень весенний день, березка струнная, стать мечтать. Спасибо вам за видео. Ну, спасибо, спасибо. Ну, вот так вот я где-то вот ответил на ваши вопросы. Что там, как там, громко, не громко, внятно, невнятно. Привыкайте, привыкайте работать самостоятельно с собой. Самостоятельно с собой. Для этого вы можете воспользоваться моей библиотекой на сайте Малахов Про, моими статьями. А также, если вы считаете, что вам этого мало, недостаточно, используйте то, что там выставляется в интернете. Правда, отличайте ложь от истины. Вот это вообще хорошо. Расширяйте свой кругозор, потому что мои книги — это мой кругозор, другие работы — это кругозор других людей. Вот. Пробуйте потихонечку. Я думаю, все у вас будет получаться.